бюро находок имеется. Паспорт Шакирзянова Раиса Мухаммединовича найден в районе детского сада номер 7 по юности. Сотовый телефон Samsung Duos Galaxy S черного цвета найден 27 июля по Бызова 6 у 4 подъезда. Черный кошелек с деньгами найден утром 30 июля в районе киоска «Горячая выпечка» на остановке Проспект Строителей. Темно-синяя мужская сумочка Adidas с ключами от квартиры, домофон на синий найден на 29 июля в районе ТЦ дома. Удостоверение электрогазосварщика Евлентьева Ивана Валентиновича найдено по химикам 70Б. Собака породы пекинес коричневого окраса, мальчик найден 28 июля на трамвайной остановке поселок Красный Ключ. Ключи от квартиры в черной ключнице от домофона красный с брелоком сердечко и надпись «Тамара» найдены по Тихоаллее 6. Бюро находок ищет. Водительское удостоверение Хайрутдинова Ильдара Равильевича утеряно в начале июля в районе Корабельной 3, обещано вознаграждение. Паспорт, прописка Аксубаева и водительское удостоверение Файзулина Ильнара Равкатовича, а также документы на автомобиль на имя Файзулиной Н.Ж. Газинуровны утеряны 28 июля, возможно, на дачных массивах в районе Дмитровки, обещано вознаграждение. Свидетели ДТП, водителя «Газели» и других, оказавших первую помощь, произошедшего 5 мая 2015 года в 19 часов 50 минут на пешеходном нерегулируемом переходе по Химиков в районе кинотеатра «Джалиль», была сбита девочка-подросток автомобилем Ford Focus. Просим позвонить по телефонам. Коричневое портмоне с документами на автомобиль, водительским удостоверением и банковскими картами Махмутова Владимира Степановича утеряны 28 июля на остановке Проспект Строителей. Обещано вознаграждение. Измерительный прибор, оставленный 23 июля 12:00 на банкомате Тимирбанк в ТЦ «Березка». Обещано вознаграждение. Водительское удостоверение Шафикова Ильдара Фазидиновича утеряно 15 июля, возможно, в районе ТЦ «Эластик». Обещано вознаграждение. Универсальный ключ от автомобиля Kia утерян 24 июля в такси ВАЗ-12 модели серого цвета при поездке от Менделеева 26Б до ТЦ «Эссен». Обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42 33 33. Мы ждем вас по будням.